А теперь новость для тех, кто на выходные собрался на природу. В Бурятии зарегистрирован первый случай заболевания вирусным энцефалитом. С начала сезона после укусов клещей к врачам обратился 731 житель республики, в том числе 285 детей. Клещам почему-то особенно нравится кусать улан-удэнцев, а также жителей Джидинского, Кабанского, Кяхтинского и Мухашибирского районов. А вот северобайкальцев опасные насекомые предпочитают обходить стороной. Одна из последних клещевых атак произошла в Кижингинском районе. Подтвержден один случай заболевания клещевого вирусного энцефалита у жителя Кижингинского района. Данный житель находился на заготовке дров в лесу, не был привит. Заболевание перенес в средней форме. На данный момент он уже выписан из стационара. В Улан-Удэ зарегистрирован один случай экзотического клещевого рикетсиоза. Всего в настоящий момент госпитализировано 4 человека с подозрением на инфекционные заболевания после укусов клещей. Работники Роспотребнадзора напоминают, что самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация и проведение противоклещевых обработок.